вечеру прирубили косяки и вставили рамы. Изба словно прозрела и весело глянула светлыми окошками сразу на три стороны. Белая чешуя драночной крыши светилась на закатном солнышке бронзовыми бликами. Акция живет и расширяется круг ее участников. И это самое главное, то, что мы и хотели тогда, когда ее начинали. Белов должен жить вместе с нами, он должен быть где-то рядом все время. Здесь можно говорить и о сохранении языка, потому что и слова, которые ты читаешь, и обороты, они уже ушли из нашей речи, и очень интересно было бы, чтобы вот через Белова они вернулись.